О, эй, мои дорогие, добро пожаловать на мой канал! Маугли здесь! Сегодня у нас опять симулятор руки, и я хочу все-таки научиться правильным образом крутить спиннеры и правильным образом заряжать пистолет, чтобы потом стрелять. Я хочу поучаствовать в этом, и тем более я хочу попрактиковаться в заряжании пистолета для того, чтобы нам потом можно было участвовать в онлайн-баталиях. То есть здесь есть режим дуэли с каким-то реальным игроком, но там нужно реально уметь как-то заряжать этот пистолет, иначе он просто меня расстреляет на этой дуэли. Ну что ж, давайте начнем со спиннеров. Я думаю, что это полегче будет. Наша задача минимум — это хотя бы один спиннер зажать в руках и раскрутить его. Да, это должно сработать, это должно получиться. Будем сейчас пытаться. Может быть, не сразу, но, опять же, мы сможем. Давайте возьмем, какой спиннер возьмем? Давай, вот мне кажется, надо взять вот этот вот зеленый спиннер, потому что мне очень кажется, что это самый стандартный по форме и самый простой для раскручивания. А все остальные это уже лирика. Так, ладно, мы опускаем руку. Так, хватаем его, хватаем и поднимаем. Главное его поднять сейчас. Так, мы его зажали. Давай теперь мы возьмем, перевернем его. Вот так перевернем. Переключаем руку. Все, отлично, он у нас держится. Вроде как держится, не знаю, насколько хорошо, конечно. Так, теперь нам нужно попробовать каким-то образом его взять, может быть, двумя пальчиками. Так, осторожно, так, тихо. Это сюда. А я не буду торопиться. Нам некуда торопиться. Кто понял жизнь, тот не торопится. Так, вот сейчас я его должен как-то... Вот. Теперь я зажимаю палец. Так, тихо, где у меня? Ай, тихо, да, куда ж ты? Хватай! Не знаю, я его схватил. О! Нормально. Нормально. Ёшкин кот, неужто я его сейчас возьму? Ну смотри, держится же. Ну держится же, а? Ей-богу. Оп, так, аккуратно. Аккуратно. Вот если он сейчас слетит, это значит, что я профукал возможность всей моей жизни. Так. Переворачиваем ручку. Я боюсь вообще лишнее движение сделать. Так, ой, не, ой, как-то не очень она. Так, тихо, назад. Давай ее повыше поднимем. Так, вот так вот, да? Смотри, ну по идее нам нужно сделать вот так. Так и вот так. Он будет держать? Ну, он, по идее, должен держать двумя пальцами. Сейчас попробуем. Так, значит, вот мы вот так вот делаем. Заносим сюда и опускаем. Опускаем. Так, где? Ага, вот так. Так, осторожно, аккуратно. Так. Он начал крутиться! Спиннер начал крутиться, вы же видите. Господи, что с моей рукой? Надо ее поднять чуть повыше. Чуть повыше поднимаем. Так. Вот так. Повыше. Вот так, смотри. Теперь... Да ёшкин кот, он почему-то палец как-то вниз опускает. Мне нужно, чтобы он четко его опустил. Хватай! Почему? Вот, смотри. Я зажимаю так, а так... Он почему вот так-то как-то зажимает? Ну кто так берет-то? Ну вот так надо зажать. Он почему-то вот так вот его зажимает. Кто так спиннер вообще держит? Симулятор инвалида, ей-богу. Вот, чё? Взял, не взял? Ладно, давай попробуем. Знаешь, что сделаем сейчас? Мы попробуем руку вот так перевернуть. И мы сейчас его на один палец вообще будем держать на одном пальце. Сработает, не сработает. Так, теперь наверх. Господи, еще руки, видишь, как немножечко цепляются друг за друга. Так, выше. Да ёшкин кот. Не получается. О! Во! И чё? Ну чё? Опа! Ладно, типа я держу. Вот так, давай сейчас сделаем. Еще раз. Опа! Да ёшкин кот. Так. Значит, мы все зажимаем, кроме указательного пальца. Поднимаем наверх. И переключаем руку. Все. А-а-а! Держи! А-а-а! Несчастная ты ручища пошла нафиг отсюда. Давайте пробовать по-другому. Как-то его надо, короче, как-то вот так вот вертикально его надо держать. Это нереально. Его как-то вот на горизонтали вообще нереально его поймать. Давай наверх. Так, руку давай вот так расположим сейчас. Так, опускаем. Руку вот так. Опускаем. И хватаем. Во! Теперь поднимаем наверх. Вот это уже что-то. Так, переключаем. Поехали. Значит, смотри, у нас есть вот это вот... как это назвать? Груз?
Попробуем сейчас его, может быть, зацепить как-нибудь другой. Вот я взял его? Я его взял, нет? Вот я как бы взял его. Ну, прям конкретно взял. А как сделать так, чтобы рука-то его отпустила? Ладно, вот так делаем, да? И переключаем руку. Да вот он не держит ее! Ну а как я, вот смотри, вот он держит одной рукой. Я подношу вторую руку, я хочу взять тоже, потому что они одинаково держались. Потому что эту же мне надо будет отпустить потом. Ну а он не держит просто, знаешь, это мне напомнило автомат с игрушками, где вот такая вот клешня опускается, и она нифига вообще не держит. Она как бы опускается, и потом она не зажимается, она просто поднимается наверх, и все. Ты ничего не можешь вытащить. Фигня какая-то. Ну и ладно, пробуем еще раз. Как-то бы его... Может быть, его как-то... Смотри, может быть, его вообще надо как-то на ладонь положить? Смотри. Вот я его поднимаю. Да не поднимаю даже я его. Ну-ка, вот, смотри. Поднимаю. Поднимаю, поднимаю. И вот так вот... Опа! Опа-цы! Так. Оп! Совсем чуть-чуть осталось. Ну, по-моему, мне кажется, я на правильном пути. Так, хватай его. Так. Сейчас мы сейчас все сделаем. Так, папка, уйди нафиг отсюда, а? Пошла вон! Не мешай мне, блокнот! Блокнот, по-моему, вот этот не слетает. Нет, слетает, еще как слетает. Все, освободите мне рабочее пространство. Так, хватаем. Хватаем, поднимаем, 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 поднимаем и переворачиваем. Опа! Переворачиваем, Ну, падает все время куда-то. Давай еще. Есть! Ты мой! Так, переворачиваем. Переворачиваем и вот так держим. Все, пофигу. Куда ты поехала-то? Стоять, рука! Куда она едет? Почему она двигается? Я ничего не понимаю. Ты дура, что ли? На месте замри. Так, едем дальше. Давайте думать, как мы его должны взять. Она выше подняться не может, прикинь. Так, ладно, значит, надо отпустить. Вот так опускай, опускай, опускай. Вот так опускай. Все, нормально. Как-то бы, если бы камера еще немножечко менялась, ее угол обзора, то было бы полегче. А пока что приходится напрягаться. Ну ладно, попробуем вот так сделать. Как-то его взять. Опа. Палец схватил. Так. Опа. Опа. Ну что, вот он держит. Я не вижу, держит он или нет. Ковыряюсь своим пальцем в руке во второй. Так, еще раз. Как бы я понял, как работают руки, но я не понял, как зацепить спиннер. Он его не хватает. Так, вообще просовываем туда палец. Просовываем палец. Вот так, и хватаем. Или надо вот так схватить. О! О, вроде схватил. Ну-ка. Так, мне теперь надо... Опусти руку! Да ёшкин кот, а. Ну, я типа держу такое. Оба-на! Ладно, это, по-моему, не очень хорошая идея. Вот, сейчас у нас есть возможность отцепить. Отцепись. Отцепи пальцы. Так, руку мы вот так вот делаем. Руку делаем вот так. Или как его зацепить-то? О, может быть, вот так? Вообще криво сделаем. Сейчас, ну-ка, попробуем. Так. Во! У-у-у, смотри! То есть руки надо было вообще вывернуть. Ну он как? Он же типа держит. Он же типа держит. Или нифига не держит. Да нифига не держит. Ну почему? Почему, когда он лежит в одной руке? Видимо, когда одна рука держит спиннер, то вторая уже ничего сделать не может. То есть наша задача как-то сделать так, чтобы они... Чтобы на одной руке он не держался. Он просто лежал как бы. Вот так вот, одетка. Вот так вот, одетка. Так, теперь аккуратно. Аккуратненько. Так, где? Тихо. Вот, смотри, он крутится на руке. Я его раскрутил, как минимум. Теперь надо его, короче, на один палец положить. Или как-то его надо... Как-то его надо... Так, руки давай сначала отцепим, ага. Так, давай. Вот так вот, накрываем его. Накрываем и взяли. Взяли, я сказал. Ты же держишь? Да почему он не держит-то? У него спиннер сквозь пальцы проскальзывает. Ой, идиотизм конкретный вообще. Так, тихо. Поменяли руки. Смотри, как дрожит, испугался малыш. Давай сейчас попробуем, знаешь, что сделать? Мы попробуем. Хватай! Он
он улетел вообще со стола. Я не знаю, как мы можем получить ачивку. Там есть такие ачивки, типа перебросить спиннер с одного пальца на другое. Это как это вообще? Это возможно? Кто-нибудь нам продемонстрирует такие профессиональные навыки обращения со спиннерами? Я вот что-то сомневаюсь. Жесть. Так, ладно, вон я пальцем зацепил. Смотри, на палец задел. Оба-на! Не, детка, знаешь, это как современная семья. Знаешь, дети женятся. Детка, у меня для тебя есть кольцо. Ты выйдешь за меня? Спиннер розовый, с ушками. И все. И девчонка. Вот. А, я же могу крутить. Я могу крутить, наверное. Ну-ка. Бам! Бам! Слетит, не слетит. Смотрю, я реально могу раскрутить. Но он как-то нестабильно держится. Я пытаюсь. А там, по-моему, мешает палец. Так, это у нас палец. Вот так. Вот так он... Все. Все, ребят, смотрите. Я, по-моему, все сделал. Я достиг совершенства. Смотри. Вот он крутится. Я могу вот так вот его как-то крутануть сейчас. Оба-на! Оба-на! Вау! Есть! Не, а что вам не нравится? Ну, конкретно... Тихо-тихо-тихо. Конкретно спиннер крутится. Спиннер крутится. Все нормально. А что вы хотели еще? Вот так его взять не получится. Здесь только вот так. Сейчас, погоди. Оба-на! Вау! С какой скоростью? Никаких ачивок мне не дают, потому что это как бы нечестно так поступать. Ладно, давай попробуем. Пока что у нас есть возможность. Ну, как бы будем считать, что мы выполнили свою задачу. То есть он конкретно крутится. Спиннерочек-то наш. Давай теперь попробуем, ну, как-то взять его, может быть. Мы уже ничего не теряем, мы уже как бы уже выполнили программу минимум свою. Так. Надо брать его вот так. Рука здесь нем... Тихо-тихо. Спокуха. Спокуха. Без паники. Я, по-моему, я его сломал. Смотри, я его сломал. Я у него подшипник центральный сломал. Не, вы же видите. Ну вот оно, так и есть огни. А как вы хотели? Вот сломал конкретно подшипник. А что, ачивку мне никакую не дают за это? Он же вылетел, он из сердцевины, он вылетел. Не знаю, как шарики там держатся. Ну ладно, ладно, это просто баг какой-то физической модели. Так. Попробуем взять спиннерочек. Я его хотел эпично так, знаешь, поймать в воздухе, но не получается. Но этот розовый мне нравится. Он прикольный. Иди сюда. Иди сюда, котейка, я сказал. Так. Поднимаем. Переворачиваем. Давай попробуем его вот так вот держать. А этой рукой мы сейчас его попробуем взять. Хотя мы уже видели, что это вообще практически нереально. Тихо-тихо-тихо-тихо. Ну-ка, вот так, ага. Практически это нереально сделать. Потому что он не держит. Пальцами он реально не держит эту штуку. Иди сюда, мой спиннерочек! Че, нет? Вот смотри, он даже не может его зацепить. Он даже не может его зацепить. О, типа схватил. Я, наверное, пальцы свои схватил скорее. Две руки сцепились. Они не дают друг другу покоя. Смотри, руки обезумели. Господи, что происходит? Руки сошлись. О, воу. Стой-ка, стой. Что это за звук был? Что это был за звук, нафиг? Ладно, это не важно. Пускай. Сейчас мы его возьмем. Оба-на. Он держится. Он... Все, он даже остановился. Так, теперь мы вот так вот сверху будем брать. Ну-ка. Вниз. Есть! Смотри. Я типа держу. Ну как-то вот они не смыкаются. Мне дали ачивку, смотри! Типа, я покрутил спиннер. Я же нифига его не крутил, я его крутил раньше. Попробуем дальше.
Так, это мы типа с тобой взяли правой рукой, да? На самом деле у меня левая рука сейчас держит его. Так, взял. Это отпускай. Уйди нафиг. Все, отпусти меня, рука! О, ой, как держит-то, смотри. Так, как классно держит. Специально для меня. Этот спиннер будет мой! Видел видео какого-то китайского летсплейщика, он эту игру снимал, он пытался этот спиннер схватить. Это такая умора. Я, правда, вообще ржал, как не знаю, как конь. Где-то минут 5 или 10 видео он... Ну, сначала он представил, что там по-китайски, типа, наверное, что симулятор руки и все такое. Он говорит, мол, сейчас мы будем с тобой хватать спиннер. И начал, короче говоря, ну, пытаться уже конкретно схватить спиннер. И весь летсплей, он, ну, минут 5 и 10 его состояло из таких вот звуков. Он реально 5 минут сидел, просто кряхтел. Если просто глаза закрыть и слушать эту музыку, то можно, наверное, представить, что он там, может, на толчке сидит после недельного запора и там тужится. Я не знаю, что он еще может делать. Но это было реально очень ржачно. Ладно, давайте разбираться с пистолетом. Пистолет у нас открывается очень легко, вроде как. Вроде как открывается просто от щелчка по нему. Вот если мы вот так долбанем. Как мы его должны долбануть? Или мы перевернуть, наверное, должны? Ну-ка, давай попробуем перевернем. Так, вот. Вот, мы его переворачиваем. Переворачиваем и бросаем нафиг. Все, ушли. Так, теперь мы должны его открыть. Открывать мы будем сейчас следующим образом. Смотри. Вроде как он как-то... Да, я видел, как это делают. Вроде как это просто делается. Вроде как. Нажатием на кнопку... О! Еее, я ж говорил, получится! Я ж говорил, что получится, а вы не верили. Так, теперь что мы делаем? Теперь мы его должны... Надо его сначала, короче говоря, повернуть удобненько. Чтобы было удобно заряжать. Вот так, смотри. Опа! Я просто мастер! Смотри! Оба-на! Чё, разве не круто? Поехали, теперь будем заряжать. Берем пульки. Надо... Так, давай вот эту руку нафиг уберем подальше от греха. Угу. Так, поехали. Мы потом его будем брать аккуратненько. Сейчас нам нужно аккуратненько взять пульки. Так. Давай-ка вот сделаем вот так. Так. Вот так. И теперь очень аккуратненько. Ой, пулька падает. Пулька падает. Давай пробуем. Хватай! Две повалил. Но они слишком рядом стояли, близко. Так. Берем пулю. Ты взял ее? Ты нифига ее не взял. Так, надо чуть выше. Надо чуть выше руку поднять. Господи, я их сейчас все выроню. Что, я ничего не взял? Он не смыкает пальцы. Короче, если он вдруг, когда хватает, задевает пол, точнее, стол, то тогда он ничего не может схватить. Понятно? Ничего не может схватить, она просто не смыкается. Последняя пулька у нас осталась. То есть надо это делать на каком-то расстоянии. Все! Мы с вами профукали. Но мы сможем взять. Мы сможем что-то взять. Бери. Давай. Ну хотя бы одну-то возьми. Ну! Сосранец, а какой? Так. Может быть, другой рукой попробуем? Да, пробуем другой рукой. Нам терять-то нечего. Может быть, ей как-то удобнее будет брать. Короче, надо делать это на определенном расстоянии. Капец, это сложно. У нас же никакого здесь, никакой линейки нет. Мы ничего измерить не можем. Ладно, давай сюда. Хватай. О, ну как бы вот они сквозь пальцы прям проходят. Я не знаю, видите вы там в тени или нет. Хватай! Жесть, просто жесть. Слушай, ну мы барабан-то открыли. Это уже полдела. Так, давай-ка попробуем руку опустить. Вот так надо брать? Не, ну тогда мы просто не коснемся. О!
О! О! Он что-то взял. А! Иди сюда, моя хорошая пулька. А! Пальцами. О, я ее практически... Я ее поставил! Стоймя! Надо взять хотя бы одну пулечку. Ну давай, пулечка! Иди ко мне, моя хорошая. Смотри, вот он не зажимает ее. А вот так сильно высоко, а так сильно низко. Хрен поймешь. Это как я на дуэли там буду сражаться? Давай, хватай. Ну хватай уже. Блин, ладно, меняем руку. Надо немножечко менять тактику. О, я взял одну пулю. Так. Мы не можем... А как я ее заряжать буду теперь? Как я ее буду заряжать? Так, ладно, не отпускаем. Может быть, попробуем ее как-то... Блин, ну я не смогу, я просто тупо не смогу ее зарядить. Она катается по руке, смотри. Назад, я сказал. Она утонула в моей кисти. Пец, надо как-то выровнять. О, смотри, вот так она точно сейчас зайдет. Смотри, вот так вообще параллельно. Ну-ка. Давай, ну куда-нибудь да всунься ты. Ну вот же, я уже ее туда вставил. Ну, она уже цепляет барабан. А что не нравится? Я вот что-то не понимаю. Это мне что, прям, ты имеешь в виду вообще вот так надо запихать? Вы серьезно, что ли? Обалдели совсем. Так, ладно, меняем руку. Так, эта рука у нас сейчас будет запихивать ее. Так, давай. Вот так вот мизинцем. Сейчас смотрю, опа. Давай сюда. Да ёшь твою медь, ты почему двигаешься-то? Ну! Вот что мне сейчас делать? Я на грани, я просто на краешке. Сейчас она... Сейчас револьвер наш улетит. Капец вообще, я боюсь отпустить. Потому что иначе мы её потом не поднимем. Все, вылетело. Вылетела, собака серая, будь ты проклята, пуля несчастная, дура ты такая. Реально, короче, эта игра может вызвать приступы гнева. И гнев этот вообще неправедный. К сожалению, в кооператив поиграть не удастся, потому что игроки, видимо, заняты сейчас прохождением одиночных кампаний этой игры. Но мы продолжим в следующий раз, когда у нас уже будет какой-нибудь напарник. Может быть, это будет Родригес, может быть, еще кто-то. Мы попробуем все-таки пострелять друг друга. Либо хотя бы брошу в него я этим пистолетом, просто заряжу ему в лицо, потому что зарядить я его все равно не смогу. Но я попрактикуюсь, я все равно свои пальчики разработаю, и так у меня все будет вообще зашибись. Спасибо большое, что смотрели, если серия вам понравилась, обязательно поставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме, все это добро есть у нас в описании. Переходите, подписывайтесь, добавляйтесь, пока что я добавляю всех. Подписывайтесь, кстати, на мой живой канал, который называется Адикешева, ссылка есть там же в описании. Все, прощаюсь с вами. Всегда оставайтесь на высоте. И... Покедова! Не бойся, бро, скорее жми на кнопку подписаться, чтобы без новеньких видосов не остаться. И даже если ты Шерхан, запомни мой мотив. Без шуток ниже пояса, без мата позитив. Я буду на угли, а ты будь всегда на высоте. Здесь собрались только самые адекватные. Я... Буду на угли, а ты подпишись.